Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и ребята-разработчики решили порадовать тех, кто любит пощекотать себе нервы открытием контейнеров. Они выложили на продажу советские контейнеры. Есть огромное количество советской техники в данных контах, но не все так интересно, не все так просто. Спасибо большое, конечно, разработчикам за то, что дали компенсацию за коллекционные машины сразу в голде, и не придется ничего продавать, открывая данные контейнеры тем, кто будет их покупать. Ну а что касается процента выпадения машин, то я бы не сказал, что все прям настолько жирно, как хотелось бы. Мне, допустим, немецкие контейнеры в этом отношении понравились гораздо больше, потому что там вероятность выпадения машины все-таки повыше была. Ну, по крайней мере, по моим подсчетам. Что касается того, что здесь еще есть еще камуфляжи, есть X5, есть талисман советского танка. То есть, если вы откроете 30 таких контейнеров, вы однозначно какую-то машинку себе из данного талисмана заберете по типу мистического сертификата и подобных вещей в нашей игре. То же самое было и в немецких контейнерах. Есть огромное количество бустеров, ну и скорее всего вот это вот вам падать и будет. Я, к сожалению, не являюсь зажиточным ютубером, у меня на счету всего лишь 11 253 золотых монеты, и понятное дело, что мне эти контейнеры открывать ну прям совсем не интересно, потому что мне лично интереснее купить сразу готовую машину на продаже в магазине, нежели играться с судьбой. Да и плюс к тому, мне на контейнер это не сильно везет. Но у нас есть славноизвестный Дима, который мне прислал запись того, как он открывал данные контейнеры, причем знаете, что самое интересное? Что о том, что данные контейнеры появились на продаже, я узнал, получив письмо на почту, проверяя свою электронку, увидел данное видео и решил заглянуть в игру. Мало ли, что он там прислал мне. Ну и вот получилось, что как раз советские контейнеры он и открывал. Открыл он, ребят, ни много ни мало, а целых 60 контейнеров. Ну а что касается калькуляции его результатов, давайте посмотрим после того, как посмотрим открытие самих контов. Приятного просмотра!
Итак, друзья, вот такое вот открытие получилось у Димы. Дим, спасибо тебе большое за то, что снабжаешь меня подобными видосами. Мне действительно, ну, прям совсем не в моготу, потому что я этого сделать самостоятельно не могу для своего контента. Ну, а ты мне это присылаешь, и почему бы не показать твое открытие? В конце концов, какая разница, кто контейнеры открывает? Нас все-таки интересует, что оттуда падает, ну и насколько это выгодно. Так вот, ребят, наш автор видео потратил 70,5 тысяч золотом. Согласитесь, сумма далеко не маленькая. Что касается количества контов, которые он открыл, то, как я сказал, он открыл 60 контейнеров. Из этих 60 контейнеров он получил Т-54, первый образец, который на продажу выставляли за 5,5 тысяч в составе набора. Он получил КВ-5, которого продавали за 7,5 тысяч в составе набора с 3 восьмерками. Ну, а если брать его по отдельности, то я бы оценил его все-таки в 5 тысяч. Что касается объекта 260-го, который выпал Диме, то здесь 17,5 был ценник на голую машину и 20-ка за набор. Что касается объекта 777-го, то я бы его оценил все-таки в 17,5, ну пускай максимум 18. Но за основу возьмем именно 17,5 для ровного счета, ну и для того, чтобы ценник на машину не поднимать. Хотя, если помните, была рулетка, и если вы ее крутили прям на все 100 для того, чтобы забрать все-таки эту машину, то полностью вся рулетка обходилась в целых 29 340. Ну и что касается двух оставшихся машин, то это ИСУ-130, которого продавали за 5500, и Т-2020, который выходил на продажу в составе набора с еще 2 восьмерками за 7,5 тысяч. Ну, максимальная цена данной машины, я бы сказал, 1005. Вот такой вот результат, и общая стоимость машин, которую Дима получил, точнее не так, общая стоимость машин, которые Дима получил, составляет 56 тысяч золота. Ну вот и напишите мне, пожалуйста, теперь в комментариях, насколько вы считаете данные контейнеры выгодными. Стоит также отметить, что Дима поступил крайне грамотно. Он купил 60 контов, то есть 2 раза по 30. Таким образом он получил 2 сертификата и их обналичил. Соответственно, оттуда ему машинки и выпадали. Вот такая вот математика. Пишите свое мнение, пишите свои комментарии. Я снимаю специально для вас, друзья мои. И надеюсь на то, что вы поддержите меня лайком, комментарием. Ну и обязательно подпишитесь на канал прямо сейчас, если хотите в дальнейшем видеть подобные видео, а еще честные обзоры и слышать честное мнение по поводу всего, что происходит в нашей игре. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!